Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сейчас снимаю небольшой такой ролик. Он касается настроек шиппинга на Амазоне. Пришел вопрос, как его сделать, подстроить под себя. Самый простой способ, самый, как сказать, вот уже у некоторых есть листинги, чтобы не лазить по кабинетам, не путать настройки доставки. Я сейчас на одном примере, на одном товаре покажу. Вот, например, вот эта вот кружечка. Вот смотрите, вот переходим на нее. Я в числе вот этой десятки. Один из этих десяти. То есть находим себя. Сейчас пусть подгрузится. Надо было скайп отключить. Много забирает ресурсов скайп. Вот, смотрите. Ну, вот видите, да, везде вот описание, новый, 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 вот 10 человек, новый, новый, новый. И вот здесь в описании вот только один добавил, что новый, шиппинг туда-сюда, ну, добавил информацию. То же самое можем сделать и мы. Вот здесь сейчас, что появилось наше дополнение по шиппингу. Что для этого делаем? Вот напротив этого товара вот кликаем по Edit. И вот открывается вот такая вот страница. Вот Condition Note. Что-то такое есть и при подключении товара. Вот там мы выбираем вот здесь такое окошечко, новое или не новое и так далее. И вот такое вот большое окно. Если, допустим, первый раз мы подключились к этому товару, ну, оно там чуть поменьше может. Но смысл поняли, да? И вот сюда вот, в Condition, вставляете, вот текст я там скинул вот такой в чат. Можете скопировать и вставить вот сюда. Вставить, как обычный текст. Вот вместо этих иксов поставьте то, что при регистрации мы там указывали какой-то индекс американский. Посмотрите, откуда он, этот индекс. И эти крестики уберите. И, допустим, вот так. Ставить, ну, не вода. Можете вот это все опять-таки убрать, но лучше, чтобы хоть что-то вот так вот было, хотя бы вот такой небольшой текст. Он говорит о том, что вы не поставляете на Аляску, Гавайи, в протектораты и на почтовые ящики. Вот этот текст вставляем сюда и сохраняем. Save and finish. Все, изменения вступят в силу. В принципе, эти изменения не такие большие, они должны уже, по идее, отразиться и вот здесь. Давайте обновим, посмотрим. Нет, пока вроде нету. Но они обязательно появятся. Давайте сейчас еще раз крутанемся. Может, оно там и окажется. Но в любом случае, это точно будет там написано. Если не прямо сейчас, то через несколько минут. Сейчас давайте с вами проверим, есть оно там или нету.
Нет, пока что нету, но оно точно здесь будет. Через некоторое время вот это вот дополнение здесь появится. Вот на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.